дождь моросит нам в тело гречка, тепло его душой храним. Сидим с дядь Мишей на скамеечке и разговариваем с ним. Ну как здоровье, и не спрашивай, как зимовал, какой улов. Одному тебе не страшно ли жить здесь почти что в 100 годков? Он не был местным населением, он сослан был издалека. Забыть не даст об этом времени без пальцев левая рука. И по руке ему, и по сердцу злодейка жизнь пилой прошла. Давно привык он к одиночеству, такие скверные дела. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Владимир Стольный, рад приветствовать вас на сайте «Автографомания», где вы можете приобрести плакаты с моими личными автографами. Счастья вам, добра и